Пасека, голос Греции. Уважаемые слушатели в Греции за рубежом, в эфире краткий выпуск новостей. Не менее 39 человек убиты, 137 ранены в результате нападения совершенной группы террористов в аэропорту Ататюрк в Константинополе. Европейский парламент в полном составе во вторник обсудил итоги недавнего референдума в Великобритании. На прошлой неделе большая часть подданных королевства проголосовала за выход страны из Европейского Союза. Вчера вечером в России открылся объявление самый страшный на ЕС. Это положение Европейского Союза и руководство мнения обсуждали ситуацию, сформировавшуюся после британского референдума, а также положение в целом в Европейском Союзе. Руководство правящей консервативной партии Великобритании сообщило о готовящейся смене лидера исторической партии. До 2 сентября партийная структура выберет нового лидера, который возглавит правительство страны. Президент Обама после выхода Великобритании из Европейского Союза, так называемого Brexit, возможно, начнет обсуждение проекта торгового соглашения с Великобританией, отдельного от торгового соглашения с Европейским Союзом, сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри. На полях саммита Европейского Союза в Брюсселе